Свободен от загрязнения. Бузулукский бор может стать самым чистым уголком области. Особая охранная зона призвана сохранить ценные породы деревьев и животных, которыми славится национальный парк. Для сохранения таких вот особо ценных участков, особенно в этих местах, и создается, и предусматривается в первую очередь создание охранной зоны. Охранная зона пройдет по периметру парка. Захватит она в том числе и частные сельскохозяйственные угодья. Так что от собственников теперь потребуется особая осторожность во время обработки посевов. Впрочем, местные жители не в претензии. Все понимают, объект особенный, и сохранять его нужно всем миром. Мы постарались по-человечески правильно объяснить людям, с чем это связано и чем это грозит. В принципе, никаких прав нарушения сельхозпользователей совершенно нет. Кстати, охранять национальный парк предстоит не только от человека, но и от самой природы. Насаждение предстоит очистить от бурелома и сухостоя, главных виновников лесных пожаров. Для нашего региона вот такая захламленность, она, тем более пожароопасность очень высокая у нас, приносит тревогу. Потом все-таки мы затрачиваем лишние средства на то, чтобы преодолеть последствия этих природных условий. Тратиться на безопасность в национальном парке готовы. На защите уникального леса здесь ежедневно задействованы 16 пожарных машин и 3 малых патрульных комплекса. Для столь обширной охранной зоны задел вполне приличный. Виталий Сапожников, «Наше время».